Сегодня 66 лет исполняется знаменитому британскому артисту Крису Норману. Он бесконечно любим российской публикой. Его карьера вокалиста в «Смоке», легендарной рок-группе 70-х, принесла ему невероятную славу. В те годы редкий самодеятельный ансамбль «Виа», коих в те времена было множество, не пел, старательно копируя хрипотцу Криса Нормана, заводные шлягеры «Don't play your rock'n'roll to me» или протяжную балладу «What can I do?», которую даже переименовали в созвучную русскому языку «Водки найду». Мало кто понимал, о чем песня, но тянули как могли. Которая получила самое большое количество кавер-версий в Европе и у нас в России, стала «Living Next Door to Alice». В нашем варианте «Кто такая Элис?». Одну из самых популярных отечественных версий написал известный музыкант Михаил Башаков. И сегодня он у нас в студии вместе с группой «Башаков Бэнд». Михаил, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Ну, мы знаем, Михаил, что вы не только слушали Криса Нормана, но и выступали, стояли с ним вместе на одной сцене с группой «Смоки». Да, это случилось. Причем, вы знаете, что было интересно? Потому что мы договорились. Группа «Смоки» приехали. Уже когда вот мы написали эту песню, она вдруг стала популярной. Вдруг. Женя Фикрис говорила, что она будет популярной. Я не верил. Она стала популярной. Значит, группа «Смоки» приехали. Вы понимаете, там никакого снобизма. Мы договорились, что давайте споем. Припев вместе поем на английском языке, а мы поем русский куплет. И вот когда мы запели... «С нами Вовка, с нами Вадим!» Все так «Вау!» Зал взорвался, наверное, да? И «Смоки» так переглянулись. Что это такое? Почему? Ну что, в день рождения Криса Нормана вспоминаем знаменитую песню «Living Next Door to Alice». Правда, в нашей российской интерпретации. Кто такая Элис? Точно знает Михаил Башаков и Башаков Бэнд. «С нами Вовка, с нами Вадим!» Оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой, чтобы песни пелись. С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал: «А пойдемте к Элис». А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Такой компании возьмет, да и припрется к Элис. Элис, кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит, знает в совершенстве английский иврит. Но с нами Вовка возьмет, да и припрется к Элис. С нами Юра, с нами Борис. Они когда напьются, уже не поют на бис. А мы им аплодируем, хоть песни их давно приелись. Но наивно попробуй что-то возразить, мордой по асфальту тебя начнут возить. А давай всех, ребята, давайте лучше махнем Элис. Что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы в такой компании возьмем на ней припремся к Элис. Красиво одевается, красиво говорит, и знает в совершенстве немецкий иврит. Но с такими ножами возьмем и припремся к Элис. Красиво говорит и знает в совершенстве латинский алфавит. Но мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис.